Всем привет! Сегодня наконец-то уселась снимать видео об очередных покупках сайта AliExpress. Делала очень много заказов и наконец-то все вещи ко мне пришли. Первое, с чего я хочу начать, это вот такая вот коробочка. Это аксессуары с магазина очень популярного на AliExpress. Этот магазин называется Yemanko, если я правильно произношу. Пришел он мне вот в такой вот коробочке. Все аксессуары идут в индивидуальных черных лаконичных коробочках. Очень симпатичные, очень прочные, так что их можно потом использовать как хранение для чего-либо. Коробка полностью была набита вот такими вот пупырчатыми пакетиками. И также была вот такая вот карточка с благодарностью о покупке. Можете заметить сразу крутое оформление. Начнем с такой вот коробочки. Давайте покажу вам поближе. Все украшения надежно защищены вот такими вот поролоновыми прослойками. Первое, что мне попалось в коробочке, это браслет. Он из тяжелых камней с разными подвесками. На этом браслете есть разноцветная кисточка, стрекоза и морская звездочка. Браслетом очень довольна. Мне кажется, он больше подходит на весну и лето, так что пока я его не собираюсь носить, но я, несомненно, рада его качеству. Беру следующую квадратную коробочку, открываю. Опять же, поролон. И тут лежит потрясающая просто брошка в виде какой-то птички с камушками, и она лакированная. Даже на эту кофточку, мне кажется, подойдет эта брошка. Я очень люблю брошки, но редко их ношу. У меня уже где-то 3 штуки есть красивых таких интересных брошек. Любой простой наряд, любую простую кофту можно разбавить такой деталью. Еще одна квадратненькая коробочка. Тут лежит целый набор браслетов. И, как вы видите, малюсенькая баночка с посланием. Это тоже было очень мило. Вы только посмотрите. Эта баночка открывается. Так, тут такая малюсенькая пробочка, которая у меня упала. Письмо в сверточке и в металлическом колечке. И тут у нас что написано? Милый комплиментик. Как мило. Так, и давайте же посмотрим на сами браслеты. Давайте покажу, какие же браслеты тут есть. Один с цепочкой тонкий, один тонкий с бирюзовыми камушками. Дальше один толстенький с какой-то ванильной надписью. Далее тонкий тоже с такой табличкой с надписью. Так, и тоненький с розовенькими камушками. И вот такой вот комплект получается. Тоже такой летний вариант. Из таких колечек их можно сжать, они легко регулируются по размеру, так что не особо проблемно то, что они у меня немножко спадают. Особенно вот этот, который такой толстенький, он вообще суперский, отлично регулируется. Конечно, можно по отдельности носить, но лучше набор все-таки. Далее вот такая вот огромная коробка. Открываем. Опять же, защитный поролон. И тут такое ожерелье у меня лежит. Так, здесь у нас просто кругляшочек такой рифленый. Дальше стрела, черный камушек и бирюзовый клык. Все это соединено на одной застежке. Много-много цепочек. Такие украшения очень модные, я знаю. И тоже это такой более летний вариант. Интересно смотрится тоже разбавить какие-то простые футболочки, платьишки. Мне кажется, будет круто. Далее коробочка, отличающаяся от предыдущих, тем, что она матовая. И здесь написано, что это лимитированная коллекция. Открываем. Та-дам! Здесь лежит набор сережек на 5 дней, они даже подписаны. Ну, конечно же, не обязательно носить по дням недели. Я уже носила, которые 4-е, такие они кругленькие, с мутноватыми камушками. Также мне очень понравились палочки, которые первые идут. И очень понравились 3-е сережки в форме таких вот лепесточков. Это обычные сережки-гвоздики.
Вот так вот они выглядят сзади. Они у меня были все с резиновыми заглушечками, но 4 из них я уже куда-то потеряла. Очень понравилось то, что от этих сережек у меня уши совершенно не болят. Такое бывает вот дешевой бижутерии. Даже если поношу плохую бижутерию хотя бы часто, уши уже красные, болят, гноятся. Потом долгие дни мне приходится лечить уши. А вот именно когда металл хороший у бижутерии, то я это очень ценю. Эти сережки мне не доставляют никакого дискомфорта, так что я с радостью их ношу. И думаю, все уже знают эту новость, но я вам все равно расскажу. Это то, что завтра, 11 ноября, на сайте AliExpress будет крупнейшая распродажа в этом году. И в магазине, с которого я вам показывала только что аксессуары, тоже будет большая распродажа на многие-многие товары, много всего интересного. Так что заходите, ссылки я вам все оставлю внизу. Я точно завтра что-то куплю на AliExpress, у меня много хотелок давно лежит в корзинке. Боюсь, это разорит меня, но что поделать, такое бывает раз в году. Походу, скоро еще будут видео про покупки сайта AliExpress. Ну, все мы это любим. Единственное из одежды, что мне с запозданием, но дошло все-таки, это вот такая вот кофточка. Очень мне понравилась она по фотографиям. Это мягенькая, просто милейшая кофточка. Пумпончик, можно так назвать, потому что она очень мягкая, очень пушистенькая. Я взяла цвет такой серовато-лиловый. Эта кофта достаточно короткая, так что ее носить только с джинсами с завышенной талией или с юбками с завышенной талией. Рукава достаточно короткие, можно сказать, 3/4. Очень понравился воротник. У меня есть фотка в инстаграме в этой кофточке, я вам вставлю ее. Несмотря на то, что она выглядит очень теплой, но она очень холодная, потому что она никак не согревает, она, мне кажется, наоборот пропускает любой ветер. То, когда я ее одела, я сразу же замерзла. Очень порадовало, когда, открыв эту кофточку, вывалились такие смешные носочки. Только посмотрите, какие они миленькие. Обожаю подарочки, халявные. Так, перемещаемся дальше. Дошли мне еще куча часов. У одного продавца я заказывала, но они пришли по отдельности. Сначала мне пришли вот эти вот часики. А-ля кожаный ремешочек сероватый. И сама фурнитура цвета розового золота. Как вы видите, на циферблате стрелок нету. Вот такие вот часики стоили, они совершенно копейки. Заказала их, чтобы как раз таки носить с этой кофточкой, мне кажется, классно сочетается. Обожаю розовое золото в аксессуарах. На ремешке пришлось добавить 2 дополнительные дырочки, которые я проделала просто маникюрными ножницами, потому что у меня довольно тонкое запястье и всегда приходится это делать. Циферблат, как вы видите, довольно-таки большой. Все-таки, когда поменьше циферблат, как-то изящнее что ли выглядит, но все равно мне нравится, как просто дополнение к аутфиту, то я только за. Тем более сейчас я когда купила огромную шкатулку для часов, они точно не будут лишними, и я потихоньку пополняю коллекцию интересными часиками. Отдельно посылочкой пришли 2 таких часиков, которыми я совершенно недовольна. Первые вот такие вот манюньки, металлические. Мне не понравился цвет. Очень уж он желтушно-золотой. Но сама задумка прикольная. Вот это вот металлический такой ремешочек. Но не знаю, буду ли я их носить или нет. На руке смотрится очень изящно. По размеру отлично подходит. Нет, ну конечно, я их когда-нибудь буду носить. Тоже для коллекции будет не лишним. И далее вот такие вот часы тоже. Они пришли с каким-то огромным циферблатом. Нафига такие делать, я не понимаю. И цвет. На сайте он намного-намного нежнее смотрелся. А тут какой-то супер ярко-розовый. Мне совершенно не понравился. И ну, на камере еще как-то светлее выглядит. В жизни не очень. Тоже розовое золото. Циферблат красивый, но да, тоже огромный. И цвет не мой, у меня ничего такого розового нет в гардеробе. Тоже немножко разочарована, но стоили тоже копейки, поэтому не особо обидно. И далее просто куча наклеек. Сейчас я вам их все покажу. Я сделала камеру поближе, чтобы вам лучше было видно наклейки. Итак, ради чего вообще я полезла на сайт AliExpress? Это ради вот этих вот наклеек, именно вот этой марки Swaddler. Как-то так они называются, увидела их у Маринова сад. Потрясающие наклейки, они идут на прозрачной основе. Совершенно потрясный дизайн, совершенно потрясные рисунки. Итак, какие же я смогла ухватить? Первое, это с Нью-Йорком. Далее я взяла с Лондоном, как видите, некоторые я уже использовала. Далее взяла такие с вкусняшками, меня завлекло именно то, что тут кофе есть. Какие-то растения, вкусняшки, часики.
всякие мелочи жизни приятные, цветочки. И также взяла вот такие вот, просто какие-то значки, наклейки, буковки. Давайте покажу, как они выглядят. Вот, как видите, они совершенно прозрачные. Когда вы клеите в свой ежедневник, очень круто выглядит. Вот. Очень-очень довольна. Далее, что я заказала? Вот такой вот наборчик. Ни у кого, кстати, не видела. Тут разные фотокамеры у нас представлены. Буду прикреплять к дням, когда буду снимать видео. Мне кажется, будет круто. Вот такие вот наклеечки от марки Loungena. С разными странами. Париж, Италия, Нью-Йорк. Всякие тематические такие наклейки с путешествиями. Вторая это такая вот с милашествами, сердечки, котятки, с тематикой любви, короче. Далее тоже очень прикольные наклейки, это объемные духи, разные тут фирмы, Dolce & Gabbana, Eclat, Vera Wang, пластиковые, твердые и объемные. Сейчас, то есть вот. Уже использовала пару штучек. Ну, классно, они смотрятся, конечно. И они очень тяжелые, вот, действительно, очень тяжелые. Далее вот такой вот комплект. Просто какие-то надписи, стрелочки, восклицательные знаки. Все по два экземпляра. Один экземпляр черно-белый, один цветной. Вот, например, вот такие вот. Вот такие вот. Вот такие вот. И последние вот такие вот. Далее наборчик с эмоджи, 5 листов с одинаковыми мордочками. Очень понравилась эта задумка, классно выглядит в ежедневнике. Можно к какой-либо своей записи поставить, например, свою эмоцию в этот момент. Круто, очень рада, что заказала. Тоже комплект из 6 листов с разными надписями. Такие вот, такие какие-то винтажные больше. Вот это вот просто такие длинные полосочки, тематические какие-то такие состаренные надписи. Далее опять надписи, тоже какие-то такие ретро больше, марки. И опять же полосочки вот такие вот разноцветные. Далее заказала вот такой вот наборчик, это такой конвертик. Открываем, и тут просто огромное просто количество вот таких вот листочков с разными принтами на них. И их можно как полностью наклеить, и можно отрывать вот такими полосочками маленькими. Так как я веду сейчас ежедневник, для меня очень актуальны наклейки. Мне очень нравится оформлять именно наклейками. Так, и далее вот такие вот наборчики. Как вы видите, у меня 4 штучки. Первая с котиками. Я просто жуткая кошатница, поэтому не могла не заказать. Тем более тут набор именно только с черными котиками. У меня есть мой черный котик Марсик, я его обожаю. Совершенно разные. Есть кружочки. Вот такие, да? Их очень много. И есть квадратненькие. Вот это классные шапочки. Вот это вот. Чеширский черный котик. И тоже вот, вот. Много-много-много этих штучек. И дальше с разными котиками есть. Тут уже именно есть треугольнички. Кружочки. И квадратики. Коты совершенно-совершенно разные. Тоже не будут лишними. Котики никогда не бывают лишними. И два вот таких вот комплектика. Тут именно с надписями тематические какие-то. Можно украшать подарки. Вот, например, такая наклейка. Happy Every Day с классным цветочным принтом. Thank you. И еще одна запечатанная наклеечка с Парижем, с Эйфелевой башней. Даже вот такая вот есть. Вот эта крутая. Тоже ссылки все оставлю. Возможно, вам понравится. И наконец-то на этом все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Оставляйте мне свои комментарии. Ставьте свои пальчики вверх. Для меня это очень важно. И всем спасибо большое за внимание. И всем пока!